Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Жан-Батист Грео. Прачка. 1761 год. Холст масла. 32/40. Знаменитый французский живописец, рисовальщик Жан-Батист Грео является одним из крупнейших представителей искусства эпохи Просвещения. Главная тема творчества Грео – бытовые сценки, имеющие морализирующий подтекст. Смысл его полотен раскрывается через мимику, жесты и многочисленные детали. Таким образом, картины живописца воспринимаются как своего рода небольшие рассказы. Например, на холсте «Прачка» он изобразил девушку, занятую стиркой. В полутемной комнате находятся вещи, грязные, чистые, развешанные на просушку, мокрые, только что постиранные. Милая героиня в атласном платье сидит на невысокой катке, согнувшись над тазом. Ее поза кажется неудобной для долгой стирки. Девушка лукава и с некоторым вызовом смотрит на зрителя. За ее спиной на шкафчике стоят несколько тазов, натянута веревка, на которой сушится белье. Когда это полотно впервые появилось на выставке, критик Дени Дидро написал: «Эта маленькая прачка очаровательна, но она плутовка, я не стал бы доверять ей ни на дюйм». Ну вот такое описание картины Жан-Батист Грео, «Прачка», я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Рассматриваем картину, текст по книге «Великий музей мира». До свидания.